Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Мы с Ленечкой рисовали только что. Сейчас наш зайчик кушает, смотрит там мультики. А у меня осталось краски, те, которые он разводил. Мне хочется, ну, что-то их куда-то использовать. Поэтому я решила, что немножко так всего по чуть-чуть я, значит, проведу, ну, как бы закончу, что ли, наше рисование. Постараюсь все использовать. Хотя, конечно, красок очень много. Мы рассчитывали чуть больше сделать всего. Но зато Ленечка получил удовольствие, потому что он нарисовал очень интересную картинку. Вот. Мы с ним изучаем подборку красок, что и как. Я считаю, что это необходимо делать. Сейчас я сливаю все в такую вот баночку. Кушает и мяучит. Мяу-мяу-мяу. Кто там мяучит? Мяу-мяу. Kitten. Мяу. My little kitten. Своеобразная из остатков, я считаю, вполне. Вот она еще не, еще можно ею манипулировать немножечко, вот. Но я не буду ей двигать сильно, потому что, в принципе, мне нравится, как она себя проявляет. Если вам понравилось, ставите лайки и смотрите дальше.